на сегодняшний день наибольшее количество статей о проведенных испытаниях по вакцинам в нашей стране, это, конечно, по вакцине «Спутник». Значит, поэтому я в первую очередь буду ориентироваться вот на эти данные. Вот буквально недавно были закончены уже зарубежные испытания в Аргентине. Там сравнивались и китайская вакцина, и вот «Спутник», и европейская вакцина. Данные таковы, что «Спутник» показал наилучшие результаты и по эффективности вакцины, и по безопасности. Там, если я не ошибаюсь, испытания проводились на 1,8 миллионов пациентов. То есть это были гражданские испытания уже непосредственно, когда вакцины использовались и наблюдали за пациентами. То есть и были выводы сделаны уже. Испытания проводились с 20 декабря 2020 года до вот июня 2021 года. То есть такие достаточно протяженные испытания. Даже самые ярые противники как бы, того, что происходит в нашей стране, да, то есть они не скажут, что в Аргентине были специально проведены испытания таким образом, чтобы подыграть нашему «Спутнику». И эти данные опубликованы, то есть мы можем доверять вполне, потому что они опубликованы в рецензируемом журнале. Цифры говорят сами за себя. Я всю жизнь занимаюсь генной инженерией, то есть 30 лет. То есть, ну вот, и молекулярная диагностика, и все, что с этим связано. С ДНК я работаю, скажем так, с 20 лет. То есть эти вопросы возникали не связанные с вакциной. ДНК нас окружает. Мы едим ДНК каждый день. Она, ДНК есть в хлебе. Значит, она есть в мясе. Сейчас для школьников проводят такие специальные тренинговые программы, когда берут бананы прямо на глазах у школьника, из банана выделяют ДНК. ДНК повсюду, понимаете? То есть очевидно, что вот эти фрагменты ДНК, которые нас окружают, то есть они, по мнению вот этих конспирологов, должны влиять на геном человека. Но сколько вот геном не секвенировали, ДНК бананов в геноме не нашли. То же самое можно сказать про эту вакцину. Да, она содержит, там есть ДНК аденовирусов. То есть, но, во-первых, это не реплицирующаяся ДНК. То есть это та ДНК, как попала в мышцу, она замолкает там и просто является продуцентом, таким депо и последующим продуцентом белков. То есть, ну, вот, никаких рекомбинаций между ДНК вот, аденовируса и человека пока не найдено. В принципе, такие рекомендации могут быть. Но вот в этом случае как бы, их нет, понимаете? То есть, и для других вакцин, где нет ДНК, это вообще исключено. Но если вакцина векторная, как бы, но в этом случае как бы, мы его полностью отвергаем. «Спутник», он в этом смысле наиболее должен быть изучен, потому что это, по сути, векторная вакцина. То есть вектор – это вирус, инактивированный, да, который содержит ДНК, содержит фрагменты генома аденовируса. То есть в этом смысле, как бы, казалось бы, наибольшие подозрения должны в отношении «Спутника», но это доказано, что нет. В отношении других вакцин там даже волноваться не стоит, потому что в случае «Пивак-корона» – это пептидная вакцина. Там принцип ее производства такой, что ДНК не используется. В случае чумаковской вакцины «Ковивак», там ситуация такая. То есть РНК как бы, в процессе наращивания вируса может появляться, но вот такие вот технологии производства цельноклеточных вакцин, они заточены на то, чтобы избавиться в конечном итоге в процессе уже хроматографической последующей очистки от молекул РНК. Ковид – это РНК-овый вирус, то есть SARS-CoV-2 – это РНК-овый вирус, там ДНК нет. За счет того, что мы имеем огромную распространенность этого вируса в популяции, количество этих мутаций, оно огромное. Вот на сегодняшний день мы насчитали больше 16 тысяч мутаций из того количества вируса, который мы просеквенировали в своей лаборатории, а мы просеквенировали больше 5 тысяч полных геномов сделали, да, то есть, то есть определили нуклеотидную последовательность более 5 тысяч вирусов. То есть, ну, вот. И тут ситуация была интересная, конечно, то есть когда все это появилось, он был очень консервативным в Ухане, он начал активно мутировать, и в России появилось свыше десятка разных линий, и был занесен на территорию нашей страны. Мы обнаружили этот вирус в своей лаборатории еще в начале апреля. Значит, к концу апреля мы уже видели несколько процентов популяции среди всех вариантов вируса, да, то есть в мае где-то уже там 10-15%, к концу мая 30%. То, что в июне произошло, иначе как катастрофой для всех остальных вариантов вируса не назовешь. То есть все исчезли, практически 95% у нас это индийский штамм. Но вот, к сожалению, индийский штамм оказался не самым, как говорится, благоприятным, если сравнивать его свойства с другими вариантами. Ну, для вот людей, которые не имеют отношения к молекулярной эпидемиологии, вирусологии, молекулярной биологии, я скажу проще. В июне концентрация, средняя концентрация в Москве выросла в 1000 раз. То есть вот чем отличается дельта от всех вариантов. То есть это вирус, который гораздо более быстро размножается, быстро, как мы говорим, реплицируется.
Значит, и в этом основное его отличие. Вот эти все мутации, которые мы видели в геноме вируса, они привели к тому, что вирус начал вот так себя вести. Отсюда вся эта симптоматика, которая очень хорошо сейчас всем известна, и более короткий инкубационный период, и более тяжелое течение заболевания, и вот эта вот способность передать гораздо быстрее, передаться от пациента к пациенту. Простое объяснение. То есть вируса в слюне у человека гораздо больше, в 1000 раз больше, чем это было в тех вариантах вируса, которые циркулировали у нас в марте, в апреле и марте этого года. Те данные, которые у меня есть, значит, если вот в тех испытаниях, которые мы уже цитировали, эффективность была от 90 до 98%, здесь где-то на 10% ниже, до 90%. С точки зрения вот мутации, S-белок отличается всего на одну замену, понимаете? То есть это не так много для эффективности вакцины, потому что когда вакцина работает, там она вызывает образование большого числа, большого спектра нейтрализующих антител. И поэтому вот эта одна мутация, она небольшой вклад, она влияет, вот, но не такой большой вклад. То есть, ну, вот, это для спутника. Опять же, я цитировал исследование в Аргентине. Значит, там около 2 миллионов пациентов было провакцинировано. Значит, побочные эффекты, вот тяжелые побочные эффекты, 0,7%. Но вот на таком большом материале, да, то есть статистическом, можно сказать, что данные опубликованы, ни один пациент не умер. То есть это значит, что если кто-то и умрет после вакцинации, то частота будет ниже, чем вот в этих испытаниях. То есть это не исключено, но риск очень-очень низкий. Дело в том, что если вы заболеете ковидом, риск умереть больше там 2%. Если вы разделите 0,7%, это тяжело, но никто не умер. Да? То есть если взять самые экстремальные цифры, разделить на 1,8, то есть, ну, вот, вы получите риск, ну, скажем так, в десятки тысяч раз ниже, чем при инфицировании ковидом. Спиной в нашей клинической больнице уже 14 тысяч проведенных вакцинаций, вот, набирая вакцину вот ни в одной из доз, мы этот чип не видели. Представить себе, сколько должен стоить такой чип, который будет вводиться десяткам миллионов людей, и стоит ли это того, при том, что мы с вами находимся в социальных сетях, мы все имеем смартфоны, мы все пользуемся картами, в общем-то, гораздо более простые способы есть для условного чипирования, чем вводить вакцину. Никаких оснований думать о том, что какой бы то ни было компонент вакцины может влиять на репродуктивную функцию, нет. Более того, во все этапы клинических исследований входит именно репродуктивная безопасность. И это необходимый этап любого клинического исследования, прежде чем регистрируется любой лекарственный препарат. Это касается и отечественных вакцин, и зарубежных вакцин. Это единое правило для всего мира. Сейчас идут исследования, наблюдения за теми пациентами, которые, в особенности, если это молодые люди, которые перенесли ковидную инфекцию. Поэтому, если вы волнуетесь о будущей репродуктивной функции, вакцинируйтесь. Действительно, нам нужно время, чтобы понять, как она влияет на организм. Но то, что сама болезнь оказывает повреждающее действие именно коронавирусной инфекции COVID-19 на органы и системы, это уже доказывать не надо, это объективные данные. Уровень тестостерона снижается на фоне течения коронавирусной инфекции. Есть исследования на эту тему. Нет оснований предполагать, что каким-то образом на дальнейшее потомство может влиять вакцина. Для того, чтобы все вопросы снять, все-таки они рекомендуют срок 3 месяца. Три месяца сделать период паузы, чтобы быть абсолютно спокойным, поэтому это исследование... После второй прививки. Да, 3 месяца. Именно такой срок, он везде циркулирует в научной литературе, как отечественной, так и зарубежной. Иммунитет появляется в среднем на 21-40 дней после проведения полной вакцинации. Именно с этого периода можно себя считать защищенным и получившим полный курс вакцины, но это совершенно не говорит о том, что надо
полностью отменить и применение масочного режима, и также необходимо соблюдать разумные, правильные меры здорового образа жизни. Это чаще проветривать помещение, это полноценно питаться, это пополнять ресурсы организма в виде здорового, полноценного сна и отдыха. Все это позволит поддержать иммунную систему и максимально быстро облегчить организму для выработки защитного иммунитета. В том ужасе, который сейчас творится во всем мире, да, то есть, ну, вот, есть единственный способ прекратить все это вот, массовая вакцинация. Это единственный способ. Чем быстрее мы все привьемся, тем быстрее мы прекратим вот эту вот пандемию. И там какое-то невероятное количество раз снижается риск, насколько я помню. Там есть какие-то цифры? Там? Цифра колоссальная. Ну, в 14 раз, да. 14 это данные Гамалеи, да. Это, наверное, как риск лететь на самолете и риск спрыгнуть с третьего этажа. Вы можете остаться в живых и можете разбиться на самолете, но это несопоставимые риски. Цель вакцинации – это защита организма от инфекции, поэтому любыми противопоказаниями от вакцинации будут являться те состояния, которые не позволят выработать полноценный иммунитет. Мы не делаем вакцину тогда, когда у нас есть обострение хронических, неспецифических, неинфекционных заболеваний. Мы не делаем вакцину тогда, если у нашего пациента есть аутоиммунные заболевания. Мы не будем делать вакцинацию, если у пациента есть и проводится иммуносупрессивная терапия. То есть этим людям, этим категориям дают медицинский отвод? Да. Онкологические заболевания не являются противопоказанием для введения вакцины. Больше того, опубликовано большое количество научных работ по разным формам онкологических заболеваний, в которых оценивается и эффективность, и безопасность применения различных вакцин при онкологических заболеваниях. По сути, это повод сделать вакцину, а не наоборот. Ваше хроническое заболевание, обостряясь на фоне ковида, оно будет протекать гораздо тяжелее.